мне карту. Находимся на трассе М-53. Стартовали в Иркутске. Продолжаем движение. Автомобиль Шкода Фабия. Коробка передач механическая. Резина зимняя, шипованная. Автомобиль в базовой комплектации. Эфир 15 канала свободный, возможно, ненормативная электрика. Поэтому отключите или убавьте звук. Температура на борту сейчас поднялась до плюс 5,5 градусов. И во время старта было минус 19. Резко потеплело. Полотно дороги красное, я бы сказал, удовлетворительное и хорошее. Отличных участков пока, отличных пока не встречал. Местами ведется ремонт дороги. Интенсивное движение слабое. Не время, наверное, для отпускных поездок, для путешествий. Инфраструктура. Так, еще по автомобилю. Автомобиль проблемный, к сожалению. Заднее правое колесо спускает, есть крыша. Автомобиль побывал в ДТП. Удар сзади, багажник не открывается. Расход бензина на 100 километров составил 4,9 литра. То есть движок работает великолепно, замечательно. Трасса проходит местами по равнине, местами по холмистой местности. В основном дорога односторонняя, по одной полосе в каждую сторону. Дорога сухая. Езда вполне комфортная. Без излишних изысков. Средняя скорость стараюсь выдерживать не более 90. В редких случаях, когда иду на обгон больше грузов, тогда немножко добавляю. А так в пределах 90 километров. Автомобиль достаточно шумный. То есть звукоизоляция, ну, не фонтан, скажем. Для езды по городу, ну, я бы сказал, хороший автомобиль, хороший для езды по городу, а вот использовать его как для путешествий, для дальних поездок, конечно, ну, я бы не стал. По той причине, что ночевать зачастую приходится в автомобиле. Для одного человека еще более-менее можно как-то, а для двоих это уже будет проблема. Для дальних поездок
Я бы рекомендовал. Рекомендовал более большие автомобили. Типа минивэнов, семейных автомобилей. Но никак не маленькие машинки. Для одного человека, говорю, лично вот для меня, я привык к спартанским условиям. Вот. Автомобиль вполне подходит. Инфраструктура на том участке, по которому проехал, ну это первая серия была, достаточно организована. То есть есть и мотели, и заправочные станции, ну и сервисные центры, типа дяди Васи, шиномонтаж и так далее. Скорость ограничена 90 км в час, 90 км в час, как правильно сказать, 90 с нами. Ну ладно, не важно, поняли. На первом участке, в первой серии видео, достаточно много. Достаточно много гаишников на дороге. Наблюдение ведется как со специальных автомобилей, так и со скрытых автомобилей. Много, ну немного, достаточно видеокамер, радар, детектор постоянно на них есть. Достаточно часто реагируют. Не преобладающие, а скажем так, 50 на 50 автомобилей праворульных. У них своя особая специфика и манера езды. Просто это нужно иметь в виду. Дорога, я не помню, сказал или нет, проходит по пересеченной местности, подъемы, спуски небольшие. Также есть и равнинные участки. Природа окружающая очень красивая. Березы еще не проснулись, зелеными стоят ели, елки. Но немножко чувствуется дыхание весны. Весна уже не за горами. Сейчас температура поднялась до минус 4. Надеюсь, к концу дня, может быть, поднимется до нуля. В данный момент движемся в сторону Красноярска. Весь маршрут, 5 с лишним тысяч километров, я для удобства и оперативности работы навигатора я разбил на небольшие участки. Вот с тысячи километров до Красноярска, это первый участок. По мере продвижения дальность буду увеличивать. В этой серии
постараюсь показать вам очень хорошее место для привала. Называется он «Наш дворик». Баня, сауна, охраняемая стоянка, хорошая кухня, низкие цены. На этой стоянке вам могут предложить разные услуги, как девочек, так и мальчиков. По трассе иногда движется радиофицированный автомобиль, который эти услуги предлагает. Только что связывался с дальнобойщиками, они двигаются в сторону Иркутска. Сказали, что у мошенников, которые торгуют на трассе большими кольцами, верхними там, цепочками, они от Красноярска не встречали. Но они изобилуют в основном, как мне кажется, вот в Западной Сибири, в центральной части России. А здесь, ну, как бы, вот, суровый. Если, конечно, да, движение тут не очень интенсивное, я бы сказал, даже слабое движение. Оно здорово напоминает движение по трассе М-57. Это Читы до Хабаровска. Ну, такое же примерно, ну, может быть, чуть-чуть повыше, чуть-чуть поинтенсивнее. Очень красивая природа, очень красивая. Солнце светит в спину, сейчас, скажем, в левый бок. То есть обзор дороги очень хороший. Я все опасался, что глаза начнет солнце светить. Но, к счастью, пока. Продолжаем движение по трассе М-53 на участке Иркутск-Красноярск. Полотно дороги в основном хорошее, местами попадаются не очень важное покрытие. Сравнить, например, какая была дорога года 4 назад, ну, разница очень большая, очень большая. Энергетиками с дороги, за очень редким исключением, не пользуюсь. Это вот сегодня я взял две баночки энергетика, потому что, ну, ночь была бессонная, в поезде ехал. Сказываются часовые пояса. Разница в ночь 5 часов. Этот организм в таком состоянии совсем определенно понять не может, что я с ним делаю. Во время старта была какая-то усталость такая, тянула в сон. Ну, вот одну баночку уже уничтожил. Самочувствие, ну, как, бодрость, я не знаю,
не сонливость была, а просто состояние какой-то усталости. Оно отошло на второй план. Я через два, думаю, все нормализуется, наступит второе дыхание. Участка трассы М-53. У меня X-Play, установлены две системы навигации, Navitel и iGo, да, по-моему. Ну, обновление 15-го года последнее. А, iGo Track, по-моему. iGo Track. Не знаю, насколько она обновлена, но поездка через Россию об этом покажет, насколько эта система обновляется. Например, в прошлой поездке из-за Хабаровска. Вот наш дворик, то место, о котором я говорил. При первой возможности вы помните же ворот, а затем на следующем повороте поверните направо.
наш дворик, пойду возьму энергетик. И потом тронемся дальше. Кушать не буду. Набрал энергетика. Но это крайне редко, чтобы я пользовался энергетиком. Запах такой стоит там замечательный в этом кафе. Один запах аппетит пробуждает. Но кушать нельзя. Кушать нельзя, иначе усну. С Богом. Запишите координаты, которые на видеорегистраторе рекомендую. Девочки аж расстроились, что я не стал кушать. Когда еще будете у нас? Куда я знаю? Буду ли еще идти? Вот теперь особо не изменяет память очень длинной частной дороги. Первые два дня это период, называемый период вырабатываемости, когда привыкаешь к длительной поездке. Затем все нормализуется. И двигаться можно и месяц, и два, и более. Кресло не смог отрегулировать нормально. Впрочем, это беда многих, на мой взгляд. По крайней мере, у меня никак не получается это сделать. Поэтому понадобится массажер на привале.
Как буду ехать до Москвы, пока не знаю. Доедем до Челябинска. Уже определимся. Но по Семёрке, наверное, не поеду. Может быть, северный или южный вариант. Наверное, поеду через Катю, Екатеринбург. Чёбур. Как ещё называют его? Чёбур, Екат, Катя. Любой вкус сразу. Так, местного времени сейчас, дай бог, 10-15 плюс 5, 15-20, ну еще часа, наверное, 3 можно двигаться. Сами наблюдаете, насколько красивая природа. Не знаю, насколько картинка будет совпадать с комментариями, с видео, как мне уже сказали. Надо ускорять не в 2-3 раза. Более комфортно, более динамично смотрится. Это раз, а во-вторых, меньше времени занимает обработка. Вот, чтобы сжать одну серию три раза, нужно на редакторе, а что на Сойке, что на ОВС, на этом. Нужно, как я обратил внимание, 7-8 часов и медленнее. Наверное, обратили внимание, что у меня на шее какой-то шарф, что ли. Это не шарф. Это шапка, которую я купил на Алибабе. Она как рукав, глазная. Есть щель для глаз, для лица. Вот, сверху она может затягиваться в узелок, может одеваться как шарф. Кстати, вещь замечательная. Но еще в машине холодно же спать. Одежду с подогревом включаешь,
а лицо мерзнет. А это вот шапку одел, только нос и рот торчит. Сейчас за мной двигался легковой автомобиль. Все никак не решался обогнать. Я мигнул два раза за правым поворотником. Предлагаю ему совершить обгон. Он меня понял, обошел. Потом 5 или 6 раз мигнул аварийкой. Что подготовил? Это вот такой негласный язык на трассе. Я быстро не еду, поэтому уже вижу, что за мной кто-то пристроился и не решается обогнать или какие-то другие причины. Я просто им предлагаю: ребята, обходите, если нужно, я приторможу. Вот так вот мы общаемся на трассе. Сработал радар детектор. Где-то установлена камера слежения. На всякий случай сбрасываю скорость на 80. Посмотрим. Можно тревога или нет. Когда бывает ложное срабатывание, он реагирует даже Голтроник на мобильные телефоны. Даже может подать сигнал, что какое-то излучение есть, если рядом кто-то включает мобильник. Я не помню, какой марки, но он тоже на это реагирует. Это ситуация, когда кашу маслом не испортишь. Вдоль трассы попадаются кресты, памятники, то есть отмечены места, где человека Широченное поле с небольшими холмами. Все в снегу, белые березки. Красота. Небо в облаках. Как будто отражает землю. Только что проехала машина наблюдения ГИБДД.
едет как птиц. Что-то с маслосъемными кольцами у парня проблемы. Расход бензина колеблется в пределах 4,9-5,0. Вот третий расход бензина на трассе 5,53. Здесь еще называют Байкал. Трасса М-53 разбита на отдельные участки. Вот сейчас проехали знак Р-255. То есть этот участок они отдали в региональную, что ли, под региональную ответственность. Но дорога, говорю, изменилась просто неузнаваемо. Неузнаваемо. 3-5 лет назад на ней едешь, как по полуночной мостовой. Сейчас гладенькая, ровненькая. За трассы взялись руководство страны. Вот в городах, конечно, беда. Обгонять не будем, идет встречка. Вдоль дороги, это говорит о том, что кто-то погиб. Ох, какую технику обходим, пешеходы. Как-то наблюдал картину. Едет пока. Чумазая. Просто сзади все. И сзади на стекле написано: «Танки грязи не боятся». Я поаплодировал юмору водителям. Посмеялся.
Так, еще покупать не буду. Отъелся в поезде. Люди топят печь дровами. Много на трассе пунктов, где продают подержанную резину всех марок. Комментировать это не буду. Чем хорошего такая слегка за ноль в сторону минуса погода? Дорога сухая, морозная, сухая. Вот. И слякоть от обгоняемых машин, от впереди идущих. Это слякоть, межзапакостная, мокрая, грязная пыль. На лобовое стекло. Это большой плюс. Ну, на всякий случай взял незамерзайку, потому что мне сказали сегодня, что у нас же плюс 4, по-моему. То есть где-то мне придется встретиться вот с этой неприятностью. Деньги за соляру.
Проехали Тулун. Опять солнце в лицо. Ну ладно. Так, тут вообще было раздолбанное. Вроде бы сделали. Через 100 метров продолжайте следовать по главной дороге налево. А вторая. Виртуальный зал. ЛГПР. 300 метров. Выполните третий. Так, почему здесь? По-моему, объездная Тулуна. Кажется, я так думаю. Одноэтажные домики, панельные дома. Очень богатые. К сожалению. Но дороги хорошие.
хорошие дороги. Дороги хорошие, бензин дорогой. Рад, что хоть дороги хорошие. А то есть регионы, и вы в этом убедитесь. И бензин дорогой, и дороги никакие. Сделали небольшую петельку, можно было через центр города ехать, кто ее знает. Сейчас, по идее, должна выйти на дорогу, которая проходит через центр города, чуть подальше. Вот она и есть. На следующем повороте поверните направо. Там не дорога, а направление, по-моему. Продолжайте путь более чем 100 километров. Более чем 100 это сколько? 500? Вот стоит машинка с радарами. Регистратор об этом предупредил. Нижнеудинск, 123. Вот, теперь солнце в лицо. Так
сутки будет попеременно, то в лицо, то сбоку, опять-таки в лицо. У меня ближний свет не был включен. Это было гаишником остановить. Можно, конечно, выключить свет, остановиться, все остановит. Снять на камеру. Ребята зарабатывают на асфальте. Ну, я этого делать, наверное, не буду. Ты что, куда путь держишь? Что газ не солнце встает? А как прогулировать? Что газ не солнце встает, Хабаров? Понятно, я к этим, к монголам, блядь. Ясно. Да нам, видишь, что гранчины 85, больше не взятся. Я поэтому затормаживаю, нам пусто, чтобы тебя больше 90 не перевозило. Это, слушай, ты вот что-то я так помню примерно, где-то, блядь, по-моему, не доходя Иркутска, километров 2, и там, и заправка, помнишь, нет? Да, да, но я хочу, что мы поедем, а вот это, что мы сидим, может, мало.
информация по навигатору. От Тулуна практически до Нижнелудинска навигатор показывает, что я еду через лес, по полям, по лесам, хрен его знает. Короче, дорога на карте старая. На самом деле дорога просто замечательная. Ее, видать, еще не успели навести на карты. Так что прошу иметь в виду. Хотя я и обновил Айго в 2015 году, ну, карта 2015 года, но, как видно, не все участки, которые сданы были, отмечены на карте. Нижнеудинск. Нижнеудинск стоит на реке Ута, назван в честь реки Ута, может быть, не в честь, а одноименное название по имени, по названию реки. На следующем повороте поверните направо. Поменял карту памяти.
Соответственно, времени осталось совсем немного. Посмотрим, где будем останавливаться на привал. Это третья серия, первый день. Третья серия, первый день. Она, я думаю, будет короткой, потому что стемнеет быстро. А в темноту не поеду. Как только стемнеет, буду искать место для ночевки, для привала. Река Каменка. Двигаемся от города Тулон в Иркутской области. По-моему, Тулон еще есть в Новосибирской области. Точно не могу сказать. До Красноярска на 540, 535 километров. Автомобиль Шкода Фабия, механическая коробка передач, пятиступенчатая, базовая комплектация, магнитола, хорошая магнитола. Вот резина зимняя, шипованная, стоит на автомобиле. Температура за бортом колеблется. Например, в Иркутске утром было минус 19, на трассе до нуля поднялась. Ну, сейчас, наверное, градуса 2-3. Вот мне моргнул правой самой, пригласил догнать меня. Я его обгоняю, убегаю аварийкой два раза, поблагодарил. В больших машинах обзор гораздо лучше, далеко видно. Чуть разогнался я. 110. Колесо заднее правое проблемное. Крыша и спускает. Так что ехать быстро сложновато. Что-то 90, не более. Солнце еще за горизонтом не скрылось, над горизонтом. Небо облачное, но не сплошная облачность. Видимость хорошая. Полотно дороги достаточно хорошее. Местами есть такие огрехи на дорогах, на дороге, но сама дорога вполне приличная. Трасса Д-53. Но она вот временами почему-то на навигаторе обозначается как Р-255 и А. 16. Нет, Ан-6. Ан-6. Не знаю, что такое. Ну вот двигается по трассе Т-53. Поворот, населенный пункт
Мара. Мара — это древнее славянское имя женщины. Так называли женщину. Имя женщины, короче. Мара. От нее, по всей вероятности, пошло имя Мария. Мария, Маша и так далее. Это уже мои догадки, или как там еще сказать. День сегодня скажу напрямик, они очень легкие, потому что была бессонная ночь в поезде. Поспал, наверное, часа три. Волновался, что потянет сон на трассе и придется где-то заночевать. Но взял энергетики. Хотя энергетиками я не пользуюсь. Сегодня, как исключение из правил. Настроение, или состояние такое бодренькое, может быть, благодаря энергетику. Или от того, что я тут всю дорогу сижу и болтаю комментарии. Дорога от Иркутска, вот по крайней мере, до Нижнеудинска здорово изменилась по сравнению, например, с двухгодичной давностью, когда приходилось обещать ремонтные участки. Наконец-то эти участки сдали. Дорога просто хорошая. Назвать отличной сложно, потому что по одной полосе в каждую сторону нет разделительного отбойника от встречного движения. Но полотно дороги в основном хорошее. Мягкое, приятно ехать. Это, надо будет полагать, третья серия. Ну, она, думаю, будет короткой, потому что очень быстро теперь стемнеет. Карта рассчитана на 5 часов движения, но 5 часов я вряд ли поеду. Потому что будет темно совсем. А на такой дороге встречные фуры слепят. Не только фуры. Встречный транспорт слепит. Поэтому предпочитаю в такое время стоять на привале на ночевке. Я уже говорил в предыдущих сериях, что очень много праворульных автомобилей. У них своя специфика вождения, поэтому постоянно в напряжении. Полотно дороги сухое. Нет таких стрекотной грязной пыли в лобовое стекло. Поэтому дворниками практически не пользуюсь. Красоту окружающей природы можете сами оценить. Обещал зимний вариант дальнего перегона. Дальнего не получилось. Средний такой перегончик. А так что можете сами оценить ситуацию на дороге. И
инфраструктура, ну, развивается, скажем так. Не забывать заливать топливо в бак, потому что на некоторых участках, я вот обратил внимание, порядка 100 километров нет заправок. Сначала спину светило, потом слева лицо и немножко совсем плохо. То есть движение в этом. Так, где-то стоит камера. Работал радар-детектор. Бросил скорость на 80. Возможно, где-то стоит гаишник. Контроль за дорогой, вот особенно в первой серии, довольно-таки интенсивный. Много машин на трассе гаишных. Вот, по-моему, еще стоит гаишная машина. Не знаю. Далеко не видно. А нет, даже не машина, ё-моё. Отбойник с машины снял. Радар-детектор отслеживает ситуацию и воспринимает излучение всевозможных приборов контроля до 5 километров. Расстояние вполне приличное, чтобы сориентироваться. Вот навигатор говорит, что скорость 60 километров, кажется. Мы идем со скоростью 90. Или 90 было, я, честно говоря, не разглядел. Знаков ограничения скорости на дороге нет. По крайней мере, давно не встречал. Вот участок дороги малоинтенсивный, движение не очень сильное. Есть опасность, как мне кажется, это дикие животные на дороге. Поэтому сейчас постараюсь догнать большую машинку, большой груз, за нее уцепиться и потихоньку ехать. Так, скорость разрешенная 90 километров, до 90. Мы идем по спидометру, показывает 100. Навигатор показывает 94, не поймешь. Большую машину загоняю, но смысл, она постараюсь конечно ехать. Все-таки опасность появления диких животных на трассе довольно-таки высокая. Особенно, наверное, в ночное время.
We'll be right back.